Калининград, объединение Техрыбпром. Еще совсем недавно почтальоны сбивались с ног, доставляя письма и телеграммы с таким адресом. С моря и с суши, со всех бассейнов нашей страны, от Балтики и до Сахалина, от Мурманска и до Черного моря шли поздравления директору объединения Николаю Федоровичу Славинскому, главному конструктору Александру Тихоновичу Зацепилину и их коллегам, лауреатам Государственной премии СССР 1977 года в области науки и техники. Высокая награда присуждена за создание комплекса оборудования для рыбоконсервного производства, который механизировал наиболее трудоемкие процессы разделку и укладку рыбы. Использование нового оборудования позволило уже получить 62,5 миллиона рублей экономии и освободило от ручного труда в рыбной промышленности 16 тысяч человек. А в день, когда снимались эти кинокадры, с конвейера сошла сверхплановая 15-миллионная банка консервов.